Сейчас я хочу познакомить вас с нашими членами жюри, с замечательным членом жюри Жан-Франко Габуччи. Прошу несколько слов. Прего. È una cosa bellissima l'idea di questa manifestazione. È proprio bella. Sono contento di aver partecipato, di essere stato qui con voi. Spero di rivedervi tutti gli anni, non solo quest'anno, tutti gli anni. I ragazzi sono stati bravissimi, sono bravissimi. Non pensavo che anche il livello dei disegni, dei quadri è molto elevato. Perciò sono contento di essere qui e di aver partecipato. Grazie a tutti, grazie alla Bielorussia. Sì. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a tutti. Спасибо, grazie mille. Конечно же, наша традиционная медаль, которая есть на жюри. Ну, а сейчас прошу Винченцо Риччи несколько слов. Sì, Pesaro nel 2024 sarà capitale italiana della cultura, ma noi abbiamo già cominciato fin da adesso ad essere capitale della cultura con tutta la nostra storia e anche queste manifestazioni si inseriscono bene nell'alveo appunto di questa manifestazione che è la capitale italiana della cultura. Complimenti a tutti i giovani che hanno partecipato, sono stati davvero molto bravi e complimenti anche a Vavideas che come sempre sa organizzare molto bene queste manifestazioni. Он говорил просто, что через два года Pesaro будет итальянской столицей культуры. Мы начали пораньше, потому что это тоже культура, и мы очень рады, что каждый год благодаря Valnaidei, который всегда с нами работает, сотрудничает уже давно, каждый год для нас это праздник, это большой праздник, это просто анималаце, все художники, ну всякие просто танцоры, да, певцы. Но в этот раз вот так много художников мы никогда не видели, поэтому это замечательные работы. Мы очень рады и спасибо, что вы все поддерживали, что мы могли бы быть здесь. Еще раз, через после так много лет. Комплименты per l'attenzione ai ragazzi. Да, и да, большие комплименты, он говорит, художник, для внимания, которые родители и преподаватели имеют к детям. Это видно, что есть просто работа большая. Поэтому большие комплименты, и да, вы очень талантливы. Спасибо огромное. Ну что ж, а мы... Продолжаем Гранд-фестиваль и ждем новых выставок, новых концертов здесь, в нашем замечательном Пезаро. Не прощаюсь, всего лишь говорю, до новых встреч.